Добрый день. Сегодня 18 ноября 2022 года. Говорит и показывает Хариш. Мы вас приветствуем на канале компании Экохаус. Ставьте пальчик вверху, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии внизу под видео или под другими видео. Сегодня в этот солнечный день мы находимся в Натании. Это промзона Полег. Это станции поездов Натании. К чему хотел это все показать и рассказать. Многие говорят, что в Натании есть поезд. Это хорошо, я не против. Что в Харише нету поезда. До поезда надо ехать далеко. Но тут то же самое получается. Чтобы вам из Натании доехать до поезда, надо практически то же самое время. И из-за этого, господа, приезжайте к нам в Хариш. Новый современный город. Городу как таковой 7 лет. Все у нас, опять же, постройки новые. Все дома идут с лифтами. Практически поголовно, не считая старого района, когда это был у нас Машав. Деревня, скажем так. Вот. И из-за этого не так у нас в Харише все плохо. Опять же, делаю ударение к тому, что скоро у нас тоже будет поезд. Ну, не завтра, конечно, там, лет там через 5, к примеру, там, 10. Ну вот, но в любом случае поезд будет. Город за это время, за 7 лет, очень хорошо вырос, разросся. И из-за этого не бойтесь к нам приезжать и покупать у нас квартиры. В городе также уже ходят 7 маршрутов автобусов. В Хайфу, в Хедеру, в Тель-Авив, Пардесхана, Каркур, Беньямина. Также внутренний автобус у нас пустили почти год назад, 22 номер. То есть в Харише, опять же, все, даже очень все хорошо складывается. Также открылись у нас русские магазины деликатесные. Один из них работает в шаббат. Второй тоже уже работает, Масей Шаббат, раньше он не работал. То есть, опять же, все благоприятные условия для того, чтобы к нам переезжать. И также, опять же, цены на квартиры у нас очень-очень низкие. На сегодняшний день, опять же, эта информация на сегодня, потому что еще год назад у нас цены были еще лучше. Ну, вот, сейчас немножко все подорожало. То есть трехкомнатную квартиру можно снять где-то 2500 до 3000, четырехкомнатную начиная с 3000 шекелей, пятикомнатную у нас начиная с 3500 шекелей. Самый дорогой у нас пентхаус, который по 5 комнат, притом пентхаусы не маленькие, 145 квадратных метров пентхаус можно снять всего лишь за 5000 шекелей. Где вы еще, будем говорить, в центре страны сможете за такие цены снять пентхаус? Что еще хотел добавить? Также вспомнил, извините за такое это, что у нас также в Харише все квартиры идут с балконами, комнаты бетахон, дома с лифтами. Опять же, практически только в старом городе, где трехкомнатные квартиры, которым по 25 лет, это старые постройки, там нет лифта. Так во всех домах у нас есть лифты. И во всех квартирах, опять же, у нас есть кондиционер или центральный, или в каждой комнате. То есть квартиры очень хорошо, опять же, благоустроенные. Единственное, что нет у нас, квартиры идут не мебелированные. Сразу предупреждаю, что мебель остается только практически от тех жильцов, которые жили раньше. Они эти мебель или отдают, бывает такое тоже, или продают за какую-то доступную цену. Вот о чем я хотел сегодня с вами поговорить и рассказать. Хорошего всем дня. У нас сегодня выходной. И завтра тоже хороших выходных, кто у нас сейчас смотрит. И звоните нам на телефон 05353-26563. Компания Экохаус. Ждем вас в нашем агентстве. До скорой встречи. До свидания.